Если где-то у кого-то завалялось старое ненужное ведро, не выбрасывайте его ни в коем случае, оно вам еще пригодится. В этом видео вы узнаете, как сделать своими руками очень нужную самоделку. Я думаю, вы точно ее оцените. Как вы уже видели, на дне ведра я нарисовал крест. Сбоку ведра я рисую большой квадрат. По нарисованным моим художествам болгаркой нужно вырезать. Вырезанный кусок металла нужно удалить, он больше не понадобится. Теперь вырезать по нарисованным линиям на дне ведра. Получившиеся треугольники поднять кверху, я буду помогать пассатижами. У вас должна конструкция получиться в виде шлема с короной. Ведро необходимо заполнить дровами. Дрова облить розжигом и поджечь. Теперь нужно подождать пару минут, чтобы получше разгорелось. Дыма как такового нет, языки пламени вырываются из ведра очень высоко. Как вы уже догадались, это получилась печь, и срочно на ней что-то нужно вкусненькое приготовить. Сверху поставил садж и налью немного растительного масла. Маслом садж смажу. Масло разогрелось, поджарю колбаску. Разобью два яйца. Конечно же, нужно подсолить. Вкуснейшую яичницу с дымком я приготовил на нехитрой самодельной печи. На эту печь можно поставить казан, кастрюлю, сковородку, все что угодно. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.